Убейте как можно больше врагов с предоставленным оружием. А, из станкового пулемета? Офигенно! Погнали! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и я приветствую вас в 12-й части моих страстей по Far Cry. Уже много прошло, еще много впереди. Возьмем нашу карту памяти и посмотрим, что у нас можно купить новенького. А новенького у нас можно купить в любимом оружии. Мы еще не купили пистолет под названием «Тень». Он стоит 2600 долларов, в принципе, не так много. Давайте купим. Экипируем мы его вместо, ну, пусть будет, не знаю, пулемет классный. Бушман не могу выкинуть. Гранатомет. Давайте вместо гранатомета. Ладно, так и быть. Вместо гранатомета экипируемся и отправляемся по нашим миссиям, по нашим небольшим заданицам, так сказать. И первое задание на сегодня у нас будет путь охотника. Посмотрим, кого нам приготовили. Местным фермерам мешает стая бешеных псов. Сожгите их из данного вам огнемета и остановите эпидемию. Останавливать эпидемию, это мы любим, но еще больше мы любим наш огнемет, особенно бесплатный, который нам сейчас дадут. Ну, я даже не знаю, что мне заменить. Давайте постреляем из нашей тени. Хорошая скорострельность, ну, в принципе, другого-то я и не ждал. Это свои ребятки, вообще какие-то местные жители, видимо. Не будем их трогать, конечно же. Сорвем зеленую травиночку. О, это наши знакомые. Как всегда, нас не подвозят. Никогда вы нас не подвозите. Хотя нет, один раз получалось. Один раз получалось их уболтать, подвести нас. На улице наступает рассвет. На нашем чудесном острове наступает рассвет. Немножко оленей. Как всегда, мы прогоняем. И впереди нас ждет огнемет. Ну, вместо чего мы его возьмем-то? Давайте посмотрим. У нас есть потрошитель. Снайперская винтовка. Чего у нас только нет? Ладно, нет, тень. Бросить тень. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Ты что, ты охренела? Охренела, это бешеные псы. Бешеные псы. Ах вы... Вот так, тень мы уже попробовали. Ёлки-палки, как они... Слушайте, правда бешеные, покусанные? Ну, что-то вы преувеличили, конечно. Бешеные собаки не будут выглядеть, как в Резиденте такие, все обглоданные. Еще бы им две головы примотали, как в Сайлент Хилле. Было бы вообще натурально. Ух, ёлки-палки, вы посмотрите, сколько тут их. Вы их только посмотрите, сколько здесь. Ну-ка, стоять. Мы должны остановить эпид... Нет, они разбегаются. Что ж такое, они разбегаются. Но, кажется, они должны погореть. Погореть должны. Стой, я сказал. Стой, бешеная собака. Где она? Куда она убежала? Кстати, здесь какое-то испытание у нас. Видимо, мы уже его проходили. Ох, как хорошо горит, слушайте. Как хорошо горит. Ну, что-то все наши собаки поубегали. Это, конечно, плохо. Сейчас они на нас нападут. Нет? Ну, блин, они убегают. Но они не могут ведь убежать из территории, которую нам предоставила миссия. Нет, стоп, могут? Или не могут? Не могут. Давай, беги по краю. Тебе некуда... Ой-ой-ой. Некуда скрыться. Нет, это вообще, конечно, ужасно. Я бы клеймил позором разработчиков, если бы они не сказали, что собаки бешеные. Просто заклеймил бы всех их. Да, ну, что-то они недалеко, в общем, убегают, я вам скажу. Подбегаем и жжем, потому что издалека не получается. Издалека они все время сваливают от нас. Так, где они? Вон она. Убежала от нас. Сколько? Еще 3 штуки осталось. Так. Дожгли. А, сами тушимся. Фух. То он руками иногда себя начинает тушить, то вкалывает себе... свое мега лекарство, которое залечивает его любые раны. И любые патроны заставляют
выплевывать, заставляет выплевывать из своего тела любые патроны, полученные. Такс. Собаки, 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 где вы? Все выгорело, ё-моё. Прям как весной, какой-нибудь деревня. О, вон она. Вон она, еще две осталось. Ну, одну из них мы видим. Ну, а что, жили себе на помойке? Хотя, да, эпидемию нужно остановить. Да, эпидемию нужно остановить. Только такими, только жесткими методами. Но все равно собачек жалко. Чё уж тут сказать, жалко? Жалко, что заболели бешенством. Как огонь распространяется быстро, ё-моё. Просто нереально быстро. Да. Ну, не знаю, распространялся бы он действительно с такой скоростью в джунглях. Возможно. Эй-эй-эй-эй. Все. Миссия выполнена. Сидели себе тут на помоечке. Сидели спокойно. А тут мы пришли. Эх, нехорошие. О, смотрите-ка. Мы пришли прямо к испытанию ракет. Ну, чего нам тянуть? Давайте его сразу и начнем, раз мы оказались прямо здесь. Интересно, чем же будет примечательно это испытание ракет? Убейте как можно больше врагов с предоставленным оружием. А, из станкового пулемета? Офигенно! Погнали! Хо-хо-хо-хо, да, это то, что я люблю. То, что я люблю. Так, бочечки с динамитом, нам надо приберечь на такие моменты. Время за время. Давайте, давайте, набегайте, набегайте. Больше набегайте. Ух ты, еще. Еще бегут, еще, 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 еще. Время за время взяли. Вертолет, вау. Давайте выбьем пилота. Взорвем вертик. Так, кто-то нас... Ух ты, слоток. Слоток стреляют по нам. Вколоть скорее. Колоть скорее, да. Еще кто-то. А, я думал, они будут только спереди по нам лезть, но они лезут по нам со всех сторон. То есть на нас. На нас, конечно же. Где там еще? Где? Где еще? Еще, еще, еще. Давайте, ребята. Что-то джип не взрывается. О, бочка пошла. Да, джип пошел. Вертик, вертик, скорее взорвать. Скорее взорвать, да, отлично. Еще, еще, еще пруд. Палки. Да, отлично, отличное испытание ракет. Просто офигенно. Все лучше и лучше. В предыдущей миссии ракет было просто убивать их с гранат. А тут, блин, станковый пулемет. Стоишь и шмаляешь по ним. Шмаляешь, да. Лодки, лодки, опять лодки. Одну, вторую. Что? 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 А, перегрелся, что ли? Да, перегрелся немножечко, паренек, перегрелся. О! А то я все думал, что они по одному-то бегут. Пора бы уже и машинку подогнать. Давай уже. Давай, 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 давай. Вот так, колемся. Где у нас еще? У-у-у-у-у! Блин, как быстро взорвался, слушайте. Премия за время. Есть. Так, где еще премия за время? Со спины где-то? О, еще одна премия за время. Со спины меня атакуют. А, лодочка. Лодочка у нас здесь. Блин, офигенное испытание, слушайте. Просто офигенное. Но очков, конечно, нам мало дают, потому что не так уж это, конечно, и сложно из станкового пулемета расстреливать. Ух, сколько трубежников уже, вы поглядите только. Давай, взрыв. Где еще, 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 еще? Еще, неужели я... Эх, сколько? 465. Да, всех порвал. Отлично, да, вот такие испытания. Это для меня, это мне нравится. Шикарные испытания. Просто шикарные. Сказать даже нечего. Теперь мой ник стоит здесь. Итак, откроем карту. У нас совсем уже расцвело на улице. Совсем уже красота стала. И давайте пройдем следующую миссию вот здесь. Задание «Охотник за головами». Проход к одинокому берегу. Телепортируемся туда. Кстати говоря, у нас осталось не так много миссий.
я примерно рассчитал, что вот миссий обычных таких, конечно, я потом сделаю еще пару спешалов по Far Cry 3, но вот таких обычных, которые мы все время проходим, их у нас осталось не так уж и много. Оружие у нас, да, нормально, в принципе, пусть так будет, огнемет, нормально, нормально. Поэтому в каждом выпуске теперь будет у нас примерно, то есть, ну, испытание ракет будет по одному, всего выпуска будет три, включая этот. Испытание ракет будет по одному, по две где-то примерно охоты на зверей и по три охоты за головами. В одной серии где-то будет побольше, где-то поменьше. Но да, к сожалению, осталось всего материала на три серии. Снайпера и его люди захватили маленький островок. Убейте его ножом, как положено по традиции ракет. Маленький островок, да, ну, как я уже сказал, будет, конечно, пара спешлов. Так, отправляемся на маленький островочек. О, хорошо стартует лодочка. Быстро поворачивает. Ну да, она же надувная. Надувные лодки имеют хорошую маневренность. Притормаживаем, слезаем. Сейчас мы их всех тут разберем. Слушайте, а чё это они нас не видят? Ну-ка. Один есть. Второй есть. Третий есть. Слушайте, офигенно. А, ё-моё, это чувак в желтой шапочке. В желтой шапочке мне его нужно ножом убить. Слушайте, мне повезло. Мне повезло, я не убил его со снайперки, я промазал. Но это, блин, редкий момент, когда мажешь именно тогда, когда нужно. Да, давайте оплывем сзади. И ударим в тыл, да, ударить в тыл. Вот это отличный маневр. Так, а что, тут не забраться, что ли? Вот здесь должен быть... Здесь должен быть секретный проход наверх. Давай, давай, запрыгивай. Запрыгивай, Джейсон. Я тебя ненавижу иногда. Ладно, хорошо, хорошо. Проплывем чуть дальше. Не хочешь ты здесь забираться. Все с тобой ясно. Акула бы какая не напала. А то я гляжу. Что это? А нет, это камень. Это всего лишь камень. Да что такое? Я Z вроде нажимаю. А, вот, все, все. Достали мы камеру. Сейчас их всех заприметим. Прикончим. По-моему, там три, что ли, оставалось. Отлично. И еще один где-то там. Я его просто не вижу. К сожалению, но они меня видят. Вот они меня как-то видят через кусты, а я их не вижу. Давай, меняй. Меняй на бушмана. Давай, где вы там? Лучи там светят, а я их самих не вижу. Ой-ой-ой-ой. Этот говнюк меня сейчас увидит. Сейчас меня увидит, а я этого не хочу. Не хочу я этого. Зараза, и не убить ведь его никак. Только ножичком его можно убивать. Нет, все еще не видят. Как бы мне вот тех вот верхних. Я же даже их на этот, на фотик не вижу. Самое гадкое. Ладно, за кустами. За кустами спрячемся. Вот он. Вижу я его. Есть! И последний где-то остался. Сейчас мы с бушмана отработаем. Отлично. Отлично. Еще один. Фух, так. Прям как спецназовцы долбанные. Нет, не совсем как спецназовцы. Ну чё, урод. Давай, давай, я знаю. Слушайте, тут одни снайперы, кстати, вы заметили? Вот гад. Иди сюда. Иди сюда, сейчас поиграем с тобой в кошки-мышки. По-моему, здесь реликвия должна быть. О, он достал краткоствол. Блин, меня видит, ну что это? Ладно, я обойду немножечко. Обойду. Все равно он меня видит. Все равно, зараза, замечает меня, вот ведь... Вот говнюк, а, ну иди сюда. Отбежал.
Подбежал, подбежал. Хорошее зрение у этого засранца. Видит меня, где я тут ползаю за камушками. Ну давай, давай, меняй уже позицию. Да не эта кнопка. О! Отвлекся, да? Отвлекся, отвлекся. Выходи, чертов Джейсон, я найду тебя. Давай, отвлекайся. Эй. Ой! Мы его убили просто так. Ну ладно. Нам, конечно, не сказали, как нам круто убить ножом или просто его зачикать. Ну, зарезали его и хрен с ним. Да, 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 да. Вот так получилось. Что-то эта кнопка, она не на всех расстояниях, блин, работает. Меня это раздражает. Ну что же, отправляемся на другую охоту за головами. Там, может быть, будет повеселее, а то тут мы всех поубивали со снайперской винтовки. И все? И все? А тут, может быть, повеселее. О, еще одна карта памяти. Отличненько. Забираем ее. Забираем карту памяти и отправляемся. 14 из 20 нашли. Так, о, интересные тут места. Интересные тут местечки. Тут еще гоночки есть. Тоже можно будет поделать потом. Все, не сейчас. А, да, нам же нужно взять миссию. Я уже побежал. Я уже побежал, а миссию ты не взял. Вот наша миссия на доске. Даже неоновая лампочка у них тут, ничего себе. В старых бункерах окопались два пироманьяка. Ну, пойдемте, два пироманьяка. Наверное, будут там со своими коктейльчиками развлекаться. Покидывая в нас их лениво. Так, посмотрим на карту. Далеко они вообще находятся? У-у-у, далековато, слушайте. Надо машину взять. Надо брать машинку. Такс. Ага, вот и наш джипчик. Ух ты, грузовик! Слушайте, 100 лет не ездил на грузовике. Такой он здесь классный вообще. Так он мне нравится здесь. Такой прям, ух! Сила и мощь в нем кипит. Так, правильно я еду-то вообще? Да, правильно еду. О, чувачки сломались. Надо будет потом мне взять горелку. И помогать им, что ли? Интересно, они мне деньги за это отваливать будут? О-оу. Кажется, я кого-то случайно задавил. Вот жесть, ладно. Да не хотел я, отстаньте, дурацкие ракеты. Случайно я тебя задавил. Нечего вылезать мне. Слушай, ты прикольно смотришь в окошко через это. Там ящики сломанные. Музычка какая-то унылая, конечно. И не переключается, самое главное. Опять у них машина сломанная. Хорошо, хоть они в меня стрелять не начали. Так, 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 так. Я что, не на ту дорогу, что ли, свернул? Только не говорите мне, что я свернул. Да, я... Нет, не та кнопка. Не та кнопка. Я свернул не на ту дорогу. Ладно. Значит, время вернуться. Это что, они за мной, что ли, едут? Не говорите, что они за мной едут. Надеюсь, что нет. Вроде нет. Что, они своего... Они своего сбили, вы видели это? Они сбили своего, да. Сами-то, блин, хороши. Я чуть-чуть одного там бортиком притеснил, он тут же в меня стрелять начал. А сами чего делаете? А, не та дорога, опять не та. Да что у вас тут? Ну да, у вас тут джунгли. Ой, ёп-моё! Плывем отсюда! Плывем отсюда! Блин, я утопил долбанный грузовик. Так. Так, так. Что будем делать? Грузовик покоится на дне. А нам еще пилить и пилить. Ну, я надеюсь, что будет здесь какой-нибудь транспорт сейчас. Ёлки-палки. Что надо было мне так назад сдать резко. Утопил грузовик. А что это он оружие убрал? Во-во, стойте! Стойте, стойте. Сейчас я буду машину у вас экспроприировать. Мне срочно нужна машина ваша. Мне нужна твоя куртка, твои очки и твой байк.
Спасибо, ребята. Джейсону срочно нужно доехать по своим делам. Я верну вашу машину в целости и сохранности. Не-не-не, я не вру, конечно. Удивительно, они даже ничего не сказали. Спокойно вылезли просто, и все. И я забрал машинку, поехал дальше. Ну что, неплохо. Видимо, они не хотят иметь проблем с Джейсоном. Броуди. А мы на этой колымаге должны еще и добраться куда-то там. Так, почему здесь конец дороги? Или мне поворачивать куда-то надо было? Я так и не понял. Ладно, поехали. А, все, мы добрались до места. Нас уже кто-то приметит. Кто нас там видит-то, я не понимаю. Что это такое? Почему желтым отмечено? Странно. Ладно, а кто нас видел тогда? Кто нас замечает-то? Мне это не нравится. Мне не нравится, что нас кто-то замечает. На дереве, что ли, сидит? Кто-то рядом базарит, слушайте. Кто-то рядом разговаривает. Но я никого не вижу. Вообще. Никого. Чёртовы букашки. Да где я? Я же слышу разговор. Чёртовы букашки. Где же он может быть? Ты пират, что ли, или кто? Да. Так, так, ага. Вот двое. Это что, эти два пироманьяка или кто это? А, вот он. Ух, ё, они же в этом. Тяжеловесы. Долбанный тяжеловес. Ух, там еще один. Ё-моё. Бы их всех так поубивать, чтобы вот... Аккуратно так. Увидел кто-нибудь? Увидел, конечно. И... Да, пироманьяк меня уже заметил. Просто превосходно. Ладно, хорошо. Блин, он же сейчас все выжгет, чертовой матери. А, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Ух, ё. Ё-моё, ё-моё, лечись, лечись, лечись. Лечись, лечись и больше не ранься. Ох, ёлки. Кто там еще? Блин, это же не пироманьяк там с пулеметом за мной бежит. О, так, сваливаем отсюда. Блин, слушайте, их что-то слишком дофига. Злые вообще, просто жесть. О, нифига их там, все выжигает, вот урод. Хватит жечь джунгли, я все расскажу. Все расскажу, что ты жжешь джунгли. Нельзя так. Может, он и их сожжет, а? Они сказали, что два пироманьяка. Где второй? Где второй? Почему я не вижу второго? Это просто тяжеловес. Он не в счет. Ну, где второй? Да я вижу я тебя, дурака. Давай, сейчас мы тебя прикончим. Вот так. Где этот гад? Где этот говнюк? Где он? Где, 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 где? Вот он. Вот так. Отлично. Где же второй? Где же второй? Где второй-то, елки-палки? Найти всех командиров, командующих или... А, во втором, наверное, бункере. Второй как раз. Этот просто тяжеловес. Мне особых проблем не доставит. Тебе не больно? Да ладно. Я же попал в него, что он даже это... О, готов. Говоришь, не больно. Врешь? Врешь все, опять врешь. Устал я от вашего вранья. Итак, 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 итак. Где же... Где еще одни, а? Клевые бункеры. Отличные гаубицы. Японские вроде. Японские.
Так, надо перезарядить наш бушман шикарный. И отправиться за вторым маньяком. Скорее всего, я прав, он находится просто... А, нет, стоп, здесь вот зона-то огороженная. Далеко не уйдешь. Может, он внутри? Может быть, внутри. Может быть, внутри. Да. И, наверное, действительно он внутри. Потому что тут уже охрану мы встречаем. Хорошенькую такую охранку. Хотя нет, никакая она не хорошая. Спиной ко мне стоял. Очень хорошая охрана. Ух, ё! А у нас что из оружия-то есть? А, у нас огнемет есть. Превосходно. Давайте мину установим. Интересно, он выйдет к нам? Или не выйдет? Так, подберем минку. А это что? Вот и все. Блин, ну и лох он. Ну ты и лох, парень. Ё-моё. Я думал, он будет нас ждать. Спокойно прошли, даже минки не нужно было. Никуда он за нами не пошел. Собрали минки и... Давайте выходим отсюда. Хотя, а, да, у нас пулемет был. Можно было пулеметиком его немножко ослабить. О, патрончики взяли. Отлично! Отлично! Прошли еще одну миссию. Ну что ж, дорогие друзья, я смотрю, что серия у нас подзатянулась. Время нашей серии подходит к концу. Возможно, я сейчас посмотрел на время. Возможно, удастся у меня... или не удастся, а даже просто получится так по времени, что серии все-таки будет не 3, как я сказал, а 4. Может, даже больше. Посмотрим, посмотрим, как у нас пойдет. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. На этом у меня все, с вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.